Как всегда, привет. Синкевич, горисполком, транспортный отдел. На этот раз он уже хочет подставить своего кума. Что уже кума вызывали в полицию. Чтобы кум подтвердил. Так вот, а там, послушайте. Паша, это о тебе. Троллейбусное депо в районе автовокзала. 2048, водитель. Это он с тобой разговаривал по телефону. И чтобы ты позвонил своему другу, адвокату. В той серии я напоминал. Паша, так там еще кое-что о тебе есть. Очень много. Что он говорил. Но вот все выплывает. Кум, короче, тебя хотят подставить. Можешь пойти по 384. Смотри, в оба, не ведися. Синкевич, ну ты даешь. А, Синкевич, там письмо ж люди забрали. Отлежало с уведомлением. Сейчас в суд будут тебя вызывать. Готовься. Есть аудиозаписи, которые ты там разговаривал, хорошие, видосы есть за сделки. Ну давай, Синкевич, продолжение следует. Алло, да. Удобно еще? Да, только зашел, собакам давал есть. Не успел разуться. Давайте, говорите. Что... А когда мы с вами последний раз говорили? Вчера. А, вчера, да. Ну да, мы ж балакали, говорили, что там в неврологию хотите перебраться, или куда? А. Что вы там позвоните кому-то, там что-то это. Что вас выписывают. Да, ходил сегодня, звонил, он не отвечал, я туда прошел. К заведующему, говорю, так и так, что там. Ну вы сказали, вас там выписывать, и мы побалакали, что перевестись на какой там четвертый или какой этаж. Он подсказал, чтобы лечащий перезвонил ему. Что, кто кому что? Ну, чтоб лечащий мой врач перезвонил ему, и он постарается с ним порешать, чтоб к нему перевести. А. Ну да. Чи получится, чи не получится. А что, вы не помните? А? Ходил к нему немножко это рассказал, говорю, так и так. Ну. Говорю, вот это выписывает, а это, что ж у меня с таким физиономием. Надо ж трошки покапать и это. Ну, я так понял, может, поможет, посмотрим, они все помогают когда. Ну да. Тот пока звонит, что говорит на заседание, не может пока это. И не позвоните и это. Кто тот? Ну, адвокат. А. В смысле на заседание? Он что, не хочет приезжать или что? Ну, что-то в этом роде пока занят. Я ж попросил того Пашу позвонить. Он позвонил, пока не отвечает. Ну так а вы до него зазвонились или что? Не, пока не дозвонился, он мне смс-ки шлет, что пока на заседании. Потом освобожусь, наберу. Это когда было? Сейчас приду, а то, чтоб не мешать-то. Это когда было? А все уже вечер. А. Понятно. Приходил этот кум мой. Ну. Проведать. И? Да, чтоб не по телефону потом расскажу. То, что его там этот вызывал. Господи. Так он ездил к нему? Что? Ну вызывал.
вызывал его мент, и он к нему ездил или что? Да, да, к нему ездил. Він каже, що їх удивляють, що п'ятого наче нічого не казав. Я говорю, та хай вони не брешуть. Я прийшов на перший, на прийомний покой і сказав, що так і так, оце в мене случило. Ага, ну вони говорять, нету місць покаяти. Якщо що, до, на больничні йдіть до сімейного врача. Ні, ну подождите. Ну вони ж вас зареєстрували в журнал. Ну, наверное, я ж думал, что они ж правильно записали там. А что, не... тоже, шестого. Подождите, подождите, вы сами пришли или на скорой вас привезли тогда? Не, на скорой, да. Ну, так скоро ж был вызов. Ну, ну да, еще они не видели, в каком я на это... Нет, чисто, это да. Вам надо поехать на первый участок и взять скорой помощи бумаги с паспортом. Что вы вызывали такого-то числа, что такой-то, такой-то диагноз, то-то. Они должны все указать, и вам дадут бумагу. Мне полицейский сказал, что надо будет следственно-медицинскую экспертизу, потом выйдете, выпишите. Ну, это потом, да, это уже потом. А, да. Здесь, а вы возьмете же у них, вас же в любом случае попросят на экспертизе, там, где мы тогда ездили, туда же надо опять ездить. Вот туда надо идти бумаги со скорой помощи, из больницы. Ну, а он же, этот мент, ему говорит, вот нас что-то удивляет, что он пятого, седьмого не совсем сказал. Я говорю, как не сказал? Я пятого сказал, седьмого сказал, а девятого уже лечащему врачу говорю. Ко всем ходят эти, ну, полиция, ко мне, я говорю, ничего не приходит. Я два раза говорил, что такое? Он, подождите. Он сейчас и говорит, я сейчас узнаю. И вот он начал звонить. И после того уже сразу начали приходить. Нет, так они должны в первый день это сделать. Ну, еще в приемном покое. Вас только привезли, они должны, врачи, определить диагноз. Если это подтверждение, что там нападение, все, они должны сразу перед это самое. Иначе это же вы что? У них инструкции есть. Они должны, хотите вы этого, не хотите, они все равно должны сообщать. Это не к вам претензия, это должны к ним быть претензия. Ну да. Ну. Ну ладно, Ефимович, я тогда это попозже наберу вас уже. А, ну ладно. Не знаю, что и думать. Это капец. Я тронул это дело, и опять начинается вопрос. Я вас наберу, хорошо? Угу. Да, да. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.